По-моему, они написали, потому что они есть книга, Черниговскую они там не поминают. Можно будет точно, это вот одна из первых специализированных спецшкол английских. Она не говорила, как школа где находилась. Ну, кстати, тоже интересная история, раскопаться сейчас. Сейчас все можно раскопаться. Нет. Иногда люди в Википедии в этой врут. Это так, да. Когда сопоставляем точки, меня поражали дети, которые вышли на сайт французского коллекционера, но что-то нашли название всех установок. Хороший руководитель. Это не называется. На ними стоит человек, который будущий. В самом соборе у них есть отдельная экскурсия. В соборе? А, ну, может быть, то есть вот если в Смольный сам идти, то там как-то... Там выше зал просто, там же, да. Нет, там есть, если да, там много чего, там же и жили. Ну да, да. Вот, ну, а это к бункеру, что ли, относится все? А? Экскурсия с бункером? А ну, если в сам смотрите, то как бы бункер они включают. А, и кабинеты тоже, да, относятся к этой? Это все в рамках кабинет одной экскурсии, да? Да, потом идут квартиру по длинному коридору, квартиру Ленина в конце. Вот этот зал за будет вахты, ну, за старинный. Вот, и как бы это, и в коридоре длинном там галереи вот из всех бутербродов. Так, расходимся, да? Да, именно вот этот вот экспонат такой. Вот там мы хотели. Она про Смольный. Про Смольный, я говорю, надо тебе спрашивать там. Ну, все-таки сколько? Там в зависимости от возраста учениц, и там на самом деле это большая интересная история. Вот там у них столько всего интересного. Если возьмешь исследовательскую работу. Это шишка, смотрите, интересно.